Это видео у меня внеочередное, потому что у меня внеочередная срочная новость, эксклюзивное предложение. Суть его заключается в том, что я набираю ограниченное количество человек, всего 10, для долгосрочного кураторства, для участия в марафоне стройности и здоровья. И для закрепления результатов вместе со мной при моем бессрочном долговременном кураторстве. Почему это так? Потому что я вижу по своим клиентам, что они прекрасно работают, замечательно работают, получают хорошие результаты в то время, пока находится под моим наблюдением, то есть на курсах, на тренингах, на марафонах. Им нужен человек, который будет все время за ними наблюдать, их пасти, грубо говоря, и тогда у них все получается. Но как только они выходят из-под моего крыла, у них случаются откаты, они забывают прописные истины, которые мы с ними изучали на курсе. У них отсутствует, куда-то пропадает мотивация. Ну и так далее. Они находят разные причины для того, чтобы оправдать свой откат и оправдать потерю достигнутого ими результата. И, конечно, мне это больно на это смотреть, мне обидно, потому что когда я даю свои обучающие курсы, то я наполняю их по максимуму той информации, которая человеку будет нужна не только на курсе, но и после курса. Однако по факту получается так, что самостоятельно редко кому удается держать себя в рамках тех законов, которые мы устанавливаем на курсе. Поэтому я подумала и приняла решение, что будет честно, будет справедливо и будет благородно с моей стороны предложить таким людям, которые не могут работать самостоятельно, предложить мое долговременное или, я бы даже сказала, бессрочное кураторство. И не только кураторство, но и бесплатный доступ к обучающему курсу, бесплатное прохождение марафона стройности и здоровья в течение месяца и мое кураторство, моя поддержка по окончанию марафона столько времени, сколько будет требоваться этому человеку для того, чтобы чувствовать себя уверенным и закрепить свои результаты. Более подробно с моим предложением можно ознакомиться по ссылке внизу под этим видео, но тянуть не стоит, потому что 10 человек – это небольшое количество. Больше я-то и не потяну, потому что индивидуальная работа – это затратно по времени и по силам, конечно же. Поэтому я думаю, что 10 человек наберутся очень быстро, и чтобы успеть попасть в их число, нужно прямо сейчас перейти по ссылке, ознакомиться с условиями и принять решение.